Уникальное здание – кормилица большого завода. Фабрика кухни переживает второе рождение. В будущем здесь будет музей современного искусства. Знаковый объект в день общегородского субботника убирали местные жители и сотрудники администрации Октябрьского района. Народ с энтузиазмом отнесся к тому, что каждая среда – это у нас как бы средник, и вот суббота – это субботник. Хотим провести, чтобы наш город был красивый, а тем более в честь 70-летия Великой Победы хочется что-то сделать побольше, чем обычно, чтобы город был чистый, самим приятный, удобно было ходить с детьми, с внуками и радоваться жизни. Общегородской субботник далеко не конец большой уборки. До середины мая сотрудники районной администрации, трудовые коллективы, студенты будут наводить порядок на улицах. В Октябрьском районе около 90 бесхозных территорий, контроль за которыми на особом счету. Половину уже привели в порядок. Мы сегодня это приветствуем. Вот, например, фабрика «Кухня» и огромные территории за ней – долгое время не убиралось, потому что был хозяин нерадивый. На сегодняшний момент появился хозяин, потому что это будущее наш музей. И сегодня большое количество жителей лично пришли и выявили желание поработать в этом месте. В день общегородского субботника, как и по всему городу, в Октябрьском районе запустили фонтаны. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.